Пышность, помпезность, роскошь. Этими словами можно охарактеризовать искусство эпохи барокко, о котором рассказали гостям Самарской библиотеки номер 5. Слушателями лекции стали ребята с особенностями здоровья. Они погрузились в атмосферу 17-18 веков, увидели наряды, архитектуру и услышали музыку той эпохи. Лектор подробно рассказал о ключевых особенностях стиля, таких как богатство декора, внимание к деталям, а также о выдающихся художниках эпохи барокко и о развитии этого художественного направления в искусстве. Оно помогает развиться, оно помогает расширить свой кругозор, помогает раскрыть свои творческие способности. Для людей с особенностями развития это, безусловно, мост, определенный мост для взаимопонимания, для того, чтобы они смогли свои способности проявить и попутешествовать в рамках вот такого проекта. После теоретической части была и практическая. Гости попробовали самостоятельно нарисовать фигуры эпохи барокко красками или цветными карандашами. Я узнала все об истории. Рисовали цветок симметрично. А мне понравилось. Мне нравится рисовать. Для меня здесь, как, не как для коррекционного педагога, а как для художника, было важно, чтобы люди для себя открывали новая рука, напрямую связана с головным мозгом. И я предлагаю всем использовать метод рисования для того, чтобы развивать свои способности, в том числе память, восприятие пространственное, наблюдать. Подобные мероприятия в библиотеке проходят раз в месяц и специально организованы для лиц с особенностями развития. Каждый раз участники погружаются в историю искусства и пробуют свои силы в различных видах творчества. Августина Охременко, Игорь Казановский, «События».